Французская законодательная ассамблея приступила к рассмотрению билля, который криминализирует проституцию. Авторы законопроекта предлагают штрафовать клиентов жриц любви на сумму до 1500 евро. За стенами парламента республики состоялась протестная демонстрация работниц секс-индустрии. Около 100 женщин держали в руках плакаты, гласящие «Сексуальный труд – это тоже труд» и другие плакаты подобного содержания. В беседах с журналистами они говорили, что в случае принятия закона останутся без средств к существованию. Какой клиент захочет платить столь высокие штрафы? Формально проституция во Франции не запрещена, но с каждым годом представители древнейшей профессии подвергаются все большим гонениям со стороны государства. Этому есть объяснение. Если 10 лет назад только одна из 5 французских проституток была иностранкой, то сегодня почти 90% из около 40 000 работниц сексуального фронта приехали во Францию из-за границы.